За 500 километров от областного центра Благовещенска в район, что знаменит своей гидроэлектростанцией, артисты государственного ансамбля «Песни и пляски» добирались и на поезде, и на машинах. Здорово, когда ты все это видишь. Забайкальские казаки впервые увидели плотину знаменитой Зейской ГЭС. Но в планы входило не только это. А это город Зея. Здесь государственный ансамбль «Песни и пляски» «Забайкальские казаки» дает двухчасовой концерт прямо на центральной площади. Его выступление совпало с выпускными, которые тоже провели только что здесь же. И часть зрителей не стала расходиться, а осталось ждать выступления коллектива. И казаки не подвели. Фестивальные гастроли под эгидой Росконцерта стали настоящим подарком для горожан. Мне очень близки такие песни, цепляют за душу их подача, то есть настроение, как они с душой это все исполняют, как они танцуют. У меня у самой ноги в пляс сразу идут. Вот большинство песен, которые я знаю, я пою. Репертуар ансамбля подобран так, что и поплясать, и попеть можно. Аплодисменты не смолкают. Этот праздник для выпускников в ЗИИ точно запомнят надолго. ЗИИ приняла очень хорошо, было очень много людей. Мы привезли двухчасовую программу. Мы благодарим Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Росконцерт» и Министерство культуры Российской Федерации за данную нам такую возможность. Приняла и отпускать не хотела. После финального номера очередь из желающих сфотографироваться. Владимир Лишенко, Забайкалье+.